Когда туда смотришь, начала крутить вот эту спираль. И так она чистит сознание. Очищали свое сознание, заглядывая в самое сердце волшебного колодца знания Алика Смехова, Ирина Линд и многие другие знаменитости. Со всей страны к известному алтайскому шаману в село Поле-Водка приезжают тысячи людей за своими истоками, славянскими традициями и ценностями. А все дело в том, что этнокультурный комплекс, который построил Артем, находится в мощном энергетическом месте, считает шаман. Это интересное место. Тут до Лебединого озера напрямки ровно 8 километров. До горы Пикет тоже 8 километров. А от Пикета до Лебединого тоже 8 километров. Этот магический треугольник 8-8-8 – это одно из самых мощных мест силы всей России. С помощью огня и полыни Артем отпугивает бесов. Этого растения, говорит шаман, боятся как в этом мире, так и в потустороннем. Далее следует обряд на благополучие и счастливую жизнь. Совершают его только на растущую луну. После такого энергетического душа чувствуешь себя как заново рожденный. Массаж на клеточном уровне. Это на благополучие, что тут стоит рай. Ну что, мужчина, женщина, чтобы гармонизировать древо жизни, солнце, луна. Гармония с природой и со своей семьей – вот главные ингредиенты счастливой жизни любого человека. Но сегодня о них большинство россиян позабыли, считает шаман. Должна быть семья. Это самая главная традиция. Если у тебя семьи нет, смысла вообще нет. Вторая традиция – муж должен предков жены поминать как своих собственных. Когда мы называем родовые фамилии, а жена слышит, что я род поминаю как свой собственный, у нее сразу в душе любовь. Тесть улыбается, теща довольна. Совершает Артем и обряды на изгнание злополучного коронавируса, который держит в плену весь мир вот уже почти 2 года. Но ритуал шаман проводит на убывающую луну. А вообще, говорит Артем, такая зараза пройдет сама, если каждый из нас вспомнит и душой повернется к своим истокам и семье. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.